Ну что за день прекрасный? Да, снега выпало много. Думаю, все это исправить. И, возможно, все будет даже... Что это был за шум? Помогите. Мам, вам плохо? Да, плохо. Выставите, пожалуйста. Вот, подождите. В смысле? Есть же, нет. Да. Вызовите. Все, красофиг, очень я думал. Вызови. Пожалуйста, не будь он. В смысле? Облажался. Тебе прийти конец. Не надо! Значит, вы говорите, у дома есть плохая репутация? Да. Прошлый владелец, когда я покупал, так и не вышел на связь. Говорят, что его очень долго искали, но, к сожалению, так и не нашли. Секьюрити официально сообщил, что он является пропавшей без вести. Вы уже сделали оплату? Да. На релизе можете вы проверить. Ладно, сейчас проверю. Да, пришло сообщение. Живите радостно. Надеюсь, что предыдущих хозяев найдут. Это точно. Ну ты прям в этом день. Да. Пахать пришлось довольно очень долго. Пап. Мне не нравится. В чем дело, Брюс? Какой-то дом подозрительный. И предыстория плохая. Да ладно, не бойся. Мы обосновимся, все будет хорошо. Мы заживем получше. Папа, ты уверен? 100%, Боб. Скажи, чем тебе это место не нравится? Подозрительно какое-то. Ночью говорят, как будто здесь кого-то видели. Да ладно, не брось. Это современные шоклеры. Мы во многое верим. А это? Так. А, хозяин? А, хозяин, он просто в другой город уехал. А, я понял. Иди в дом. Буду ждать тебя. И действительно, очень сказочная история. Мэм, они в дом заехали. Что прикажешь? Подождем. Они никуда не денутся. Они наши будут.